Доброе утро, дорогие любители фарфора. А сегодня вместе с нами еще одна прекрасная дама от мануфактуры Акерман и Фриц. Это одна из самых изысканных по своей работе мануфактур, производящих фарфор. До войны созданная эта фигурка. Она в прекрасном состоянии. Очень красивые драпировки кружева, складки одежды. Они повторяют настоящие наряды барышень эпохи прекрасного века. Мастера этой фабрики всегда большое внимание уделяли деталям. Здесь выписаны красиво пальчики, очень четко. Ручки принимают какие-то необычные позы. Прекрасное лицо у дамы. Зрачки, губки, локоны, обрамляющие голову. Очень красивые драпировки кружевного платья. Множество складочек. Это очень сложная работа выкладывать кружево, потому что оно крепится минимально. И сделать так, чтобы за счет своего веса во время обжига оно сохранило приданную ему форму, довольно непростая задача. Но хорошим мастерам это удавалось на славу. Вот сбоку у нас стоит марка мануфактуры.